Так, это предпоследний, по идее, сколько там? Да, один остался. Как оттуда, как залезть-то? Я там ни разу не был. А, все понял. Был. Сколько еще планируешь играть? Ну, сейчас будет, не знаю, через минут 5-10 перерывчик небольшой, пойду быстро поужинаю и дальше. Не знаю, где-то на часа два, наверное. 2,5, может даже 3. Не знаю. Но не меньше часа точно. Где это? Место, где оно? Нет, не оно. Ну глянь, где оно делось-то? Вот он. Жмешь наискосок вниз, вправо, она лезет наверх. Сейчас улетит. Наверное, еще левее надо взять, а то она любит немного отклониться от курса. А, блин, вон же было. Был ты. Перекладина слева была. С нее надо было прыгать. Мне что-то показалось прям с этой получит. Поручень этого.
Да как ты? Немного влево ушла. Это реально не как Tomb Raider Rise. Там как-то все подруливается. Намного проще играется. Правда, и скучнее. Я тупанул. Надо на стол был скакать. Стоит, я ж тут был. А тут с другой стороны этот выступ. Как туда долезть? Ну тут этот кристалл был. Надо высматривать. Интересно, допрыгну. О, есть. А дальше как? Да? Для чего ты стремишь? Да, да, особые идеи там. Когда не держал, просто если кто будет смотреть, все веселей. Единомышленники посмотрят, подскажут, если что.
Эта игра в самом низу. Навряд ли кто-то полезет. А я там топ еще не собираюсь стримить, мне неинтересно это. Потому что последние игры, которые выходят, я считаю, что оно хлам. А тот типа контент, который я стримлю, ясен пень, он будет в самом низу. Я и особо не надеялся, там у меня там больше 5 человек будет за раз смотреть. А, сразу вырубает. Этот самый камень самый тяжелый. Лучше качество, чем кого. Ну, тоже верно сказано. Ой, да там, блин, сейчас кого-нибудь посмотришь там в этой... Вот как ты думаешь, апдейт, вот... Брови Джея, там этот, как его, Нюк. Этот еще как его там забыл. Ну, и троица их мне там святая. Как ты думаешь, у него боты есть, нет? На стриме. Я вот думаю, что есть. У всех троих. Прыгай. Блин, тут еще успеть надо. Быстрей! О, я думал, она уже до этого умерла. Это мне сразу задницу поджарили. Ты вообще хорош, не материшься. Стараюсь, я он до этого черт слишком много матерился. Да, я сейчас уже как-то поспокойнее начал. Тем более эти игры вообще не вынуждают на матершину. Вот как он там, я не знаю, Даймака и Мура. Не в курсе насчет ботов. Скорее всего, у него есть боты. Да, блин. О, живое опять. А тут как? А, вон. Мне кажется, она так не допрыгнет. Может, допрыгнет? Попробуй. Есть, получилось. Сейчас, по идее, огонь должен вырубиться. Или нет? А, все по новой как. Мухи летят нога. Пчелы, но комец. Пчелы на мед. Ясен, понятно. Это не на Г. Ай, как-то криво получилось прыгнуть. Сейчас донесу этот камень и отлучусь на минут 5. Так и в людях. Понял сравнение, да? Понятно, да. Ай! Думал, успею проскочить. Я залез.
перелазил он. Этот уровень, как игра «Принц Персия». Ну да, еще бы она научилась бы бегать по стенам, как в «Принц». Вообще вылитая была бы. О, есть. Считаешь ли ты топ-стримеров ЧСВ? Да я даже не знаю, какие топ-стримеры. Так, теперь что-нибудь сработает? Есть. Ладно, пошло, я сейчас быстренько поужинаю. Топ у каждого свой. Я имею в виду самых просматриваемых.
Но опять же, в каждом разделе свой, наверное, топовый стример. В зависимости, кто кого смотрит, тот того и считает топовым в своей категории. Вот я, например, про ту троицу говорил, и они типа считаются топовым в разделе ретро. Назад что-то пошел. Это здоровое. Вроде бы ларка не особо низкая, лето еще выше. Такое ощущение, что тебе кристаллы даются от количества разбитых горшков. То есть ты их 3 раскочегарил, кто-нибудь да выпадет. Нет.
помню этот водопад. Не помню, сколько их песов на него было в прошлый раз, когда проходил. Coming of Ragnarok. Jormungandr thrashes beneath the sea, flooding the land and vomiting its deadly poison into the air. The final battle of the gods. Thor kills Jormungandr with his hammer, Mjolnir, but then he retreats only 9 steps before he succumbs to the serpent's venom. Ушел. Да, так прям эффективно со ствола и одновременно ногой по нему фигачить. Что за фигня? Нифига, сколько ты побежал. Убивай его. И куда здесь идти? Лично прогонула.
блин. Зафиксировать-то. Вон какой-то круг еще есть. Проще. Зараза. О, лежит. Это другого цельсия, блин.
Так, где-то оружие, которое нужно открыть. А вон оно. Уже я рановато сюда пришел. Отлично, она вообще в ось. Текстура уже запрыгивает. Во что ты играешь чаще всего? Если не брать консоль определенно, то скорее всего битэмап. 2D в основном. Я люблю игры. Родилки. Сейчас я проверю. Так. Если брать из онлайна, то в последнее время много играл в танки. На них конкретно подзабил, потому что вообще в говно скатилась игра. Невозможно стало играть нормально. Бесплатно. Пустая трата нерв. Хочется. Ну там, блин, хотя бы 50%, чтобы. Как? Чего он не цепляется нифига? Хотя бы чтобы 50% было побед. Отливаешь одну за одну игру. Вообще никакого удовольствия от игры нет. Даже больше пригодится, чем раздорать. Вот к кого она опять не зацепилась. Так, вроде не закрывается. Больше ниоткуда. Только с этого камня. А какие-нибудь марп? МРПГ. Давно-давно играл в линейку. После никакие там. Я уже забыл. Игр названий. Короче, какие там киберпанк, это там потом популярная была игра. После закрытия основных таких бесплатных серверов линейки. Я даже не вспомню, как они назывались. Блин. В сторону жму, она вниз спускается. В линейке, наверное, года два оставил.
Был такой сервер warsmith.ru. Потом его закрыли. Ля-ля-ля-ля. Выше никогда. Вариантов. Потом восстанавливали сами там администраторы, бывшие по базе данных этот сервер. Он там еще что-то года полтора прожил. Два мак. Опять закрыли. Ну еще и после этого я вообще забил на линейку. О, теперь зацепилась. С дробовика их вообще на раз выносит. А. Два. Так, надо варежку прикрыть этому. Не пробовал в район играть? Не. А чё? Та же самая линейка, только на движке Crysis. Смысл один и тот же. Лишка влево взял. О, ништяк. Блин, вообще на раз выносится. Музыка мне не нравится, по-любому сейчас еще повыскакиваю. Осталось наверх забраться, и по идее все. Все, теперь фулл сет собран. Или еще шлем остался?
Саш, поаккуратнее там. Чего тебе там все летает по полу? Блин, если сейчас открою, наверное, сдохну явно. Или надо успеть? О, засветилось. А что это мне даст-то? И один фиг на ту сторону не могу залезть. Только вон так. Ладно, походу без вариантов. Хотя нет, есть вариант. Почему он не запрыгивает-то? Уже нет вариантов. Ё-моё, еще поди успей, чтобы не зацепило никуда. Как-то неровно стоит. Надеюсь, не повлияет, когда я буду в нее запрыгивать. Блин, ну куда ты, коза, прыгаешь? А чего без вебки? Да нафиг она нужна, блин. Вдруг мне захочется где-нибудь почесаться. Нет, это не вариант по-любому, она даже вообще в сторону она не смотрит. Не знаю, может этот биль мотать в другую сторону. И я уж там все взял, что мне нужно. Здорово, Самарби. Поскольку ты собираешься, Диман, проходить игру, советую не смотреть. Потому что загадки годные здесь. Привет, чё. Видишь, не один ты в Т.Б гамаешь. Ну, в принципе, давно уже начал серию Tomb Raider. Первую часть еще.
Сейчас прям за нее хорошенько, правда, взялся. Ай! Короче, визуально Underworld тот же Anniversary. Да это может один и тот же движок. Anniversary, по-моему, же собаку раньше выходил. Собаку дати подчеркивание 21. Привет. P.R. Да и все поняли, я думаю. Ну это вообще мне нифига ничего. Это PS2? Нет, это Xbox. 360. Вот. Стоять. Отсюда можно? А, не, далеко. Блин, я что-то вообще в растерянности, как отсюда свалить-то. Не цепляется. А вот еще секретик. Кристалл. Да, и все. Но она вообще не поднимается, жму кнопку, она в ноль эмоций. Я не знаю, как проходить здесь. Попробую тягануть вперед, зацепиться. Уже на месте стоит. А на 360 другая версия? Не, я думаю, ну может быть разрешение чуть повыше, чем на оригинале. А других отличий, наверное, не будет. Но этот сто пудов она не допрыгнет до этого выступа. Думай, голова, шапка куплю. Ага. А так он не открывается. Попробовать. Ой, не то. Если такой щит стоит,
Вот что ей мешает зацепиться вот здесь. Скажите мне, допрыгнуть типа не может, она скачет. Гарпун есть? Да он такой, если я сейчас открою, меня сразу зальет нафиг. Она не поднимается. Я не знаю, может там под определенным углом нужно висеть, чтобы она начала забираться по веревке. Ладно, будем мучиться. Знаешь, я видишь? Всё. Я ее дергаю только и видно. Больше никаких вариантов нет. Не знаю, может свалить нужно? Этот, а, она уже больше не сдвинется. Значит, она на месте. Да. Ну-ка, это... Значит, сейчас будем пробовать. Повыше, может, тут. Нифига. Ну уже и запрыгивать не хочешь, что ли? О, оказывается, и так только она может ловить. Ну нифига не раскачаешься. Куда прыгнуть? Или может сразу после прыжка нужно сигануть? Блин. А чё он отцепился-то? Крюк этот.
О. А. Я тебе позже сам сделаю. Не мешай, маме. Да смотри дальше мультики, потом найдем сами. Тебе налево-то. Опять повезли. Иди сюда. Это вообще с двух выстрелов слег. Еще раз какать. Недолет. Ой. Ладно, сейчас попробую раскачаться побольше. Может быть, успею. Так пропустил. Нет. Нормально.
Блин, дробовик закончился. Нифига не видно. Опять спуститься не могут. О, как мотоцикл тут оказался. Идей тут не выйдешь. Нам дальше-то. Да. Не успел затормозить. Запоздала реакция. Какой-то трамплин небольшой. Этот тонкий намек, что я должен туда перепрыгнуть. Серьезно? Совсем понятно. И что там скачет еще? О. По идее, можно. Эй, блин, лишка.
Zip, I have everything I need to get Thor's hammer. Do you have better coordinates for me? Yeah, I answered to add photos of the map. I'm uploading to immediately now. And your other project? Haven't tracked them down yet. I'm still working on it. Very good. I'll call when I get to Jammer Island. Его прошли остров. Да раньше, по-моему, этих шмоток не было. У меня одежда. Мало возьмем. А, понятно, почему ее не было. Hey, you know that big expensive ship of Amanda's? The one on the bottom of the Mediterranean. That one. She has a sister, the Tisiphone, anchored off the coast of Thailand. Looks like they're picking through your leftovers. Excellent work, sir. Thank you. You've earned some rest. I'll take it from here. Be careful. When you see Amanda, give her my regards. Сдох. Я думал, до битвы еще придется слезть.
сдох в этот раз. О. Да что такие все пустые? Hall of the Slain. Valhalla, Odin's Hall, where the warriors who died in battle came to feast and prepare to fight in the final battle of Ragnarok. This Valgrind, the gate of the dead. Old is that gate, and how to unbolt it, few now know. Where are the Valkyries when you need them? Oh, блин. Надо было дробовик брать. Сейчас буду страдать. А ну если так. Добей, добей, добей. Хорошо. Идет. Раз. Еще два, где их искать-то? А, по-моему, наверху чего-то валялось. А, вот же еще. И хотя все есть. Где-то стоял.
цепляет. Блин! Сигануло. Это что было? Я стик вообще не отклонял в сторону. Нажал на прыжок, чтобы она залезла наверх. Она прыгнула. Зачем ее двигать? Если остальные части колонны вращаются. Нормально. Ладно. Чё с ней? Он не заметил. Хотел уснуть. Не получается. На моем стриме точно не будет. Нет, только не сдуй меня, пожалуйста. Держись, держись, Ларка. Тебе не скучно? Мне нет. Как может быть скучно тому, кто сидит и играет? Так. И что мне? Там мы не самостоятельно пускаться, что ли, что? Разные знаки. Это вроде одинаковые. Только попробуем двигаться дальше. Что будет? Чат больше отвлекает. По себе знаю. Ноль эмоций. Не, ну когда только три, ну максимум пять сидит там. Еще можно успеть отвечать, а вот уже больше сложновато, мне вообще не надо эмоций. Здесь срабатывает.
последний раз зачекаем. Блин, то, что мне еще не нравится, спускаться надо далеко. Сейчас меня сдует. Просто голос такой. Возможно. Так. Тут фигу, если где-то пропустил кольцо, которое нужно было вращать. Все? Я надеюсь. Нифига. И что нужно сделать. Раз, два, три. Блин. О, не выживу. Ну, что делать? Вот придется опять походу лезть. Проверять, может, где забыл. Вот тут еще перепроверить, может, не то положение. Хотя нет, лобан не активировался, нифига. Ощущение, что вот между первым, который ближе к воротам, там еще один луч должен бить в землю. Так я, похоже, где-то кольцо пропустил. Когда спускался. Нормально. Ага.
тебе сегодня, что ли, обязательно нужно? Скоро идти спать уже. Вот это, походу, это. Нет, это я ему мелкому говорю. Он от меня требует, чтобы я ему сейчас сделал светофор, который он увидел в мультике. Я говорю, какая тебе разница, когда я тебе сделаю? Ты сейчас спать пойдешь. Вон он стоит. Ништяк. Пробил, блин. О, круто вообще. Фатал крэш, блин. Багу поймал. Надеюсь, хоть сейф останется живым. Ах ты ж зараза, ты еще и плюешься.
Подождите. Ну, в этот раз удачно. Будем проскакать. Блин, еще ушатал еще. Да даже ты. Странно. Сразу лежат открытые кристаллы без горшков. Люк, что ли, какой? А здесь нет. Заныканный. Еще один раз. Хотя он еще есть. Направо, что надо было сворачивать? Thank you.
Тоже застрял, чувак. Ладно, я тебе там вообще никак не помогу. При всем своем желании. Не часто. Как часто стримишь? От многих факторов зависит. Когда могу постримить, когда нет. О, вылез. Опять другой. О, а от чего он сдох? Ну, ладно. Я его вроде ничем не задевал. Так-то нормально. Ага, заклевали черти. Два удара им нужно. Так и будешь ставить ждать? Один. Застревает часто. Как
хорошо смотрится эта версия. Да, золотая середина, и не слишком наворочена, и неплохо выглядит. Ну и игра, в принципе, довольно-таки сильно интересная. Видно, что ресурсы тратили не только на графическую составляющую. Чего там торчит? Для этого, для что? А вот он. Такая, как мне надо какой-нибудь кубик найти. Иди там. Блять. Так, наверх надо лезть, фигушки. В принципе, помешает залезть-то. Где же его брать, этот куб? Понятно. А вот пошел. Ну. Уже закрылись. Тебе уже надоели мои глупые вопросы? Да нет. Еще одного нету такого же. Ладно, сейчас попробуем там пустить, как произойдет, увидеть. Что за фризы начались, я не помню. Высокая загрузка проца, какого перепуга. Я ничего не загружал, не запускал.
достает теперь. Музыка уже начинает напрягать. В принципе, ничего такого не происходит. Ну и чего? Может, с замедлением надо успеть доехать. Я забыл, как его делать. I need to press forward and get deeper in. I'm going to need to jump my bike over barriers to progress. Ладно, попробую. Да что ты? Хотя бы показывают, с какой стороны открывается, закрывается, а тот, что выключатель делает, вообще непонятно. Да полностью. Эх, нифига себе. И тут же закрылся. А если попробовать его выдернуть? Пелтскулу. Да, не совсем. Не выдергивается нифига. Нажал кнопку. Где-то что-то открылось. Да и вон я вижу, что открылось вон. Сейчас я только спрыгну, она тут же закроется. Не, тут видно. Вот предыдущая, которая слева. Рычаг стоит, вот он непонятно что открывает. Он уже закрыт. Это я не пойму. А, не сработало, что первый раз он там? Нет, тут что-то делать другое еще. О. Это. Мне кажется, я догадываюсь, что нужно делать. Блин. Успеть, пока она открывается. Только нет. Короче, тут надо не затупить на байке.
Да что ты делаешь? Фигушки. Стоит, смотрит еще. Такой у меня классный байк. Блин. Надо сюда. Трясет. Зачем? Ближе здесь вон. Нормально. Вообще как по льду пошел. Я так понимаю, это типа секретка небольшая. Больше тут нифига ничего не дает. Не-не-не, слишком далеко. Вот это тогда что делает? Рычаг. Надо если попробовать заехать. Не. Где там открыто? Может, с этим не закрыто? Неужели свой байк оставит в пещере? Оказывается, все проще. В принципе, на меня похоже, я не ищу никаких путей. Прыгай.
Странно, что-то ее не несет ни налево, ни направо. Походу от стенки прыгать надо будет. Что ли? Валяшка. Как же она на первой перекладине ровно прям шла? Ты меня только не вздумай сбросить. Я сейчас сам могу спрыгнуть. Походу больше нифига нет.
Прыгай, прыгай, прыгай. Не успел. Что-то у меня сомнение, что мы допрыгнем. Я был прав. Молодец, блин. Через 2 секунды сиганула после того, как нажал на кнопку. Может. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Блин, я думал, наверх полезет, она прыгает. Да что за фигня?
О, высоко для нее. Ладно, через груз спустимся. Здорово. Не ради этого я сюда перся. Серьезно? Хотя нет, не серьезно. Куда она заскочила? Я что-то забыл, в ту сторону идти-то.
да это... Он даже залезть не может. Да ё-моё, тут... Вниз пусть... За нижний пояс не зацепится. Да блин, ну на кой хрен ты залазишь?
Опять эта жижа. Не желает зацепляться. Блин, не ту кнопку. I need to explore to find my way forward to the... I need to climb to the next machine room and ride its hammer across again.
У тебя игровой ПК. Игровой нормальный. Ему уже 6 или 7 лет. Я ему вообще ничего не менял, не доустанавливал. Камера, не подводи, тут прыжок веры будет. Ладно, как это понимать? Ё-моё. Я думал, здесь выход, а тут несчастный крест. Который тут уже третий раз хочу. Ну камера вообще видно все твое. Ну как так? Как повернуть, чтобы она смотрела куда нужно? О, вот так. Так, а как туда-то попал? А, вот.
Что за здоровый валяется? Типа мини-босс. Вон там на круги нарезает. Глюков в игре немало. Все цепи в обратную сторону идут. Блин, коза, чего ты прыгаешь? Ну и чё стоим? С другой что ли, стороны попробовать зала лезть. Опять стал. Бля. Что за тупизм? Пять метров прошла и встала. Явно не
никак не залезешь на этот молот. Залазь! Либо не здесь проходить, либо убить жестоко. Ну встала тупо и все. Молодец, дура тупая, блядь. Когда она останавливается, нельзя не подниматься, а на руках дойти. На руках она не успевает. Она слишком медленно. Только на ногах. А на ногах почему-то она, не знаю, метров пять там проходит и все, и встала. Все, и назад, твою мать, и прыгнула.
Я не знаю, может перезагрузить. У меня была подобная канитель Tomb Raider Rise. Я пока не перезапустил, игра дальше не пошла. Там главный персонаж висел, связанный на крюку. И она вообще не могла никуда двинуться, пока я не перезагрузился. Надеюсь, тут такая же ситуация. Да ладно, не переживай так. Да я не переживаю, просто бесит вот эта вот недоработка явная. Это я где? Блять, они пошутили, что ли? Ебись. Вообще жопа какая. Да, бля. Опять скакать через все там эти молоты. Жопа.
Блин, а куда ехать, ты уже забыл. Блин, наверное, ладно, все, нафиг на сегодня хватит. У меня что-то вообще нет желания столько опять перепроходить. Вроде час, даже полтора игры. А тут под хвост. Поражаюсь тобой. Я бы уже бросил играть, особенно из-за такого сохранения. Да нет. Так примерно я говорю, час игры. Ушли в никуда. Ну там, в принципе, уже понятно. Куда, чего, зачем скакать. Будет проще перепройти, просто сейчас уже нет особого желания. Где это долбанный GTA? Форвелл утверждает, что на HDMI картинка будет лучше, чем на компоненте. Я думаю, без разницы. На этих консолях GTA 5 никогда отлично не выглядела.